Всех приветствую. 24 января. На улице плюс 2 где-то. Оттепель. Вот хочу проверить семейку Бакфаста. У меня в этот улей залезала землеройка. Или мышка такая. Походу землеройка, зверек такой. Беспокоила пчел. Сейчас посмотрим, а то у меня в планах как бы от них маток выводить. Так, вот она, подушка вот эта такая стала. Пчелы, видно, вот повылазили. Некоторые помирали. Так, вот они сверху сидят. Рыжие. Так, проверим, как там у них по кормам сзади. Ну, корма еще сзади есть у них. Вот так, вроде им тут тепло. Так-то мышей этих не видно пока тут. По бокам поснимай. Вот видно, погрызанная. Землеройка, наверное, это их грызет. Или кто, или что. А, вон она, сними. Вон она сидит внизу. Ее, может, зажалили. А может, и живая еще. Сейчас ее депортирую оттуда. Присохла уже там. Примерзла тут. Вот такие падлы залезают. Беспокоит пчел. Так, накрываем этих обратно. Вот дай бог дозимуют нормально. Попробую от них вывести что-нибудь. Сейчас посмотрим ту семейку, которую я подкармливал. Так, гудят. Мед берут, интересно мне хотя. Ну да, вот они. Небольшой раек, дай бог дозимуют. Все, закрываю. Так, вот она еще одна семейка у меня странная. Тепла не чувствуется такого особого. Так, вот сразу решил им принести, не отходя от кассы. А то они очень возбужденные почему-то. Так, открывать я не буду пакет. Сами прогрызут. Возможно, у них уже расплод есть. Так что, ну вот такие как бы пока дела по зимовке. Осталось дозимовать тут пару месяцев. Начнется сезон. Все, всем пока, удачно дозимовать.